Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет обзор про черную манту. Собственно, у нас вот такой магазин, и в магазине у нас черная манта. Вот такой скин, он не очень нравится, голова большая, и он немножко такой из-за костюма такой немного жирный. И рюкзак черной манты. Это так тоже мне не нравится. Короче, скин для меня 5 из 10. Максимум, 6 из 10 для меня этот скин. Мне очень нравится. И мечи черной манты. Мечи нормальные. Пара до 800. И нам выпустили новое испытание Аквамена. Смотрите испытание. Я вам там покажу, как выполнить испытание Аквамена. Два стиля. Я выполнил два стиля, получил два стиля, короче. И, собственно, я получил и Аквамена, и получил три зубца. Наверное, у нас будет новый стиль для карася или карась Аквамен. Не знаю. Как мы видим, там у нас есть два карася и Аквамен, собственно. И черная манта. Мы сейчас вам покажем обзор черной манты. Как мы видим, здесь у нас черная манта босс. И как мы видим, здесь все караси. Это как будто черная манта хочет захватить Фортнайт или Аквамена. Сейчас она такое у нас видео. Это, наверное, Аквамен против черной манты. Собственно, кто еще не видел, вот Аквамен. Я вам покажу только Аквамена. Если хотите все посмотреть, тогда заходите на другое видео, там, где я показываю испытания и так далее. Вот. Подписывайтесь и ставьте лайки. И всем пока.